очень трудно. Было что сказать, думаю, что сегодня мы очень плохо сыграли. И, надо посмотреть, там, я как тренер должен всегда брать вину на себя. И после такого поражения, кроме меня, не может быть никто другой виноват. Вообще, игра была очень такая, как говорят, за, как играет Локомотив, вялая. Думаю, что игроки хорошо были настроены и хотели, но что-то нам сегодня очень много помешало. А наверняка это беда.